Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Веловива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляются канадские кроссовки для того, чтобы заниматься велосипедным спортом и одновременно в них было бы удобно ходить по городу. Данная модель от компании 510. Модель называется Kessler. У этой модели очень высокий уровень, замечательная система шнуровки. Кроссовки продаются, конечно, в разных размерах. 9,5, как полагается, 9, 9,5, 10, 10,5. Все есть в наличии, в зависимости от того, что вас заинтересует. В обозрении сегодня мы предоставляем кроссовки в размере 9,5. Это USA. При нормальном европейском размере, нашем приукраинском размере 42, то необходимо покупать кроссовки 10 USA. Это самый оптимальный вариант. Ну, приблизительно всегда нужно мерить. В описании следующее. В кроссовок идет подошва с материала, который очень хорошо и устойчиво держит ногу на скользком камне. Если вы где-то будете по горам прыгать, где-то будете по речкам, по озерам, у вас скольжение будет минимальное на скользких камнях. Ровная подошва делает устойчивым поверхность по всей ступне. Также есть специальное отделение для комплектации под шипы, тем самым можно кататься с шипами. Модель идет прошитая ниткой по периметру спереди на носке. Прорезиненная часть одна, и сверху вторая часть носка тоже, сверху идет дополнительная прорезиненная вставка. Боковая часть вот эта вот усилена прорезиненной другой вставочкой. И здесь, как мы видим, достаточно приятные, надежные усиления. В описании шнуровки есть такая ситуация, такая технология, как боа. Мы легко можем закрутить, вращая ролик. При желании отпустить, мы его тянем вверх, и у вас легко расшнуровываются уже шнурки. Не надо заниматься шнуровкой. Это очень удобно и комфортно. Данная технология надежная. И если какие-то вопросы, всегда нам можно обращаться. В внутренней части, как мы можем заметить, стоит очень удобная стелька, которая легко вынимается. Внутренняя часть прошита. Здесь говорит о том, что тоже высокий уровень. Здесь не кожаная, а нейлоновая идет ткань, которая надежно держится. Стелька идет с комфортной такой пенопластом, поролоном, который будет легко в эксплуатации. Данные кроссовки сверху здесь идет кожзам, который с отверстиями, больше дышит хорошо, тем самым нога. В описании данной модели кроссовок Kessler хочется сказать то, что цветовая гамма, конечно, в этом году одна, но в будущем они будут делать и в другом цвете. Следите за нашими видеообзорами. Если вас заинтересовали данные кроссовки, звоните к нам, пишите, обращайтесь. Если заинтересовал наш видеообзор, подписывайтесь на наш видеоканал в YouTube. Будем всегда рады вас видеть, слышать, пишите. Готовы вам делать скидки. При постоянном клиентам обязательно будут скидки. До скорых встреч. До свидания.